Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик, и мы продолжаем прохождение Скайрима. Все просят меня моду установить. Ребят, не буду пока моду устанавливать. Вот, не собираюсь. О, блин, господи, сосед начал сверлить. Прямо вот только я начал записывать, и сосед начал сверлить. Это же надо такое случиться. Сейчас мне надо кое-что, ладно, сделать будет. Сейчас, так, пойдемте назад, доложим лорду Вайтрана то, что мы все сделали. Ускоряемся. Самый быстрый маг-ящер в мире. Мне тут написали, что это самая убогая раса. Чуваки, может быть, она и самая убогая, но зато она необычная. То есть... Что? Что? Давакин? Крикнул кто-то. А, кто-то крикнул Давакин. А, ладно, так, опять. А, нефть, нефть, нефть. Сосед добывает нефть. Он у нас нефтяник, он просто грязный гомик. Вот, ну, ладно. Идем сюда. Открыть ворота в Вайтран. Загрузочка пошла. Кадлак, белая грива. Предвестник соратников, он мне дает приказов. Мне сказали, что меня отравили. Как это выглядит, я не знаю. Ну, пойдемте полечимся, что ли. Я знаю где-то. Так. Так, 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 так. Надо вот здесь стоять. Да господи, ты уже и стучишь, и сверлишь. Ты какой-то сумасшедший. Мне тут, когда давно-давно писали, неужели нельзя переждать, пока он сверлит? Чуваки, если я буду переждать, когда он сверлит, мне можно закрывать канал. 3 месяца бы не было видео. Так, все, окей, у меня благословения сняты, все болезни исцелены. Все норм, так что я теперь великолепный чувачело. Вот, то есть, ну если такой вот у меня сосед. Причем у него 2 квартиры здесь, и он мне порадовал то, что он себе... Одна подо мной, другая надо мной. Вот он подо мной почти доремонтировал, но он как бы порадовал меня тем, что он будет ремонтировать квартиру надо мной. Вот представляете, я сейчас буду делать, перестану снимать видео, пока он сверлит. Ну это навсегда перестать снимать и просто... Ярл, тебя уже что ждал. Произошло у башни? Там был дракон? Сторожевая башня разрушена, мы убили я дракона. Я что могу рассчитывать на Айрилет. Но я хочу услышать подробности. На Айрилет, ага. Некая энергия. Седобородые действительно призывали тебя? Наверное, призывали, не знаю, седобородые. Мастера пути голоса. Они живут в уединении на склонах глотки мира. Господи. Что они от меня хотят? Говорят, что драконы рожденные обладают великим даром голоса, способностью направлять жизненную энергию в Туум или Тум, тум, ту, 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 тум, тум, ту, 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 тум, 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 энергия, ту, тум. Ты слышал так. Призыв? Что еще это могло означать? Седобородые. Ты помнишь тот ужасный грохот по дороге Вайтра? Но. Это был голос седобородых, что призывал тебя на высоких рангах. Да? Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Уверен? Последний раз призыв был... О боже, мы опять его сверлит, а? Ой, прекрати сверлить, только не... Еще так сверлить не умею, чё, а? Кто ж так сверлит, а? Би-би-би-би-би-би-би. Современность. Наш друг, конечно, молодец, но он определенно не какой-то там... Дураки. Тебе удалось... Дуракин сам ты... Русские бредни. Ах ты надутый невежа. Это же наши священные традиции. Да, можно я на него крикну? Ох, я сейчас на него крикну. Стражники болтали, что ты... Простите, я не хотел никого обидеть. Да. Конечно, это невозможно. Нужно этим седобородым? Что от него нужно? Это дело седобородых, не наше. Что бы ни произошло во время убийства дракона, тебе что-то открылось, и седобороды... Я ящерица. Если они считают, что ты Давакин... Кто мы такие, чтобы с этим спорить? А ты немедленно отправляйся на высокий Хротгард. Когда седобородые зовут, медлить не принято. Это огромное... Я рад. Отпусти меня теперь. Знаешь, я тебе завидую. Вновь подняться на 7000 шагов. Однажды я совершил туда поломку. Да, конечно, очень весело там. Очень мирное место. Очень свободное от всех треволнений этого мира. Ладно. А, господи, прекрати сверлить. Раньше им до нас дела не было. Я хочу венца взять, можно? Спасибо. Выпьем с пацанами потом.
отправляйся на высокий Хротгар. Узнай, что поведают тебе седобородые. Ладно, я пошел. А мне что осталось? Караульная служба? Да, давай. Далакин, а. Твою помощь не забудет мой город. Хорошо. И не забуду я. По праву ярла, я нарекаю тебя топор. Это величайшая честь, которую я могу... А, ну да, это теперь наконец стражники приставать не будут. Твоим личным кускарлом. А Каям. Это оружие из моей оружейной будет символом твоего звания. Ладно. Также сообщу страже о твоем новом титуле. Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из черни, верно? Конечно. Рады видеть тебя среди танов нашего Окей. города. Все. За работу, Провентус. Нам надо защищать город. Да, мой господин. Окей. Это Лидия, да, наверное, стоит? Ярл назначил меня твоим хускарлом. Следуй за мной, мне нужна твоя помощь. Хорош, базарить-то уже забазарились мы. Пора действовать. Ну, на самом деле, почему я это пропускаю? Потому что я, в принципе, знаю, что тут происходит. Вот, у меня есть на канале прохождение вот до момента, когда я пришел к Седобородам. Но я к Седобородам не пойду. Я пойду в другое место. Так, сейчас журнал. Разное. Посетить коллегию. Вот так. Окей, сюда. Ну, помчали. Я вот думаю, может лошадь украсть. Воу! Воу! Ну, хоть плаваешь. Разогнался я, да? Воу! Чё, паркур? Чё, почём? Так. Сюда. Дорогие друзья, продолжаем... К сожалению, вылетела игра, пришлось добежать до этих ворот, потому что ничего толком-то и не произошло. Вот, а мы с вами отправляемся. Ух, не разбился, слава богу. Так, отправляемся куда? Не к Седобородам. Мужик, сколько у тебя лошадь стоит? Ты же конюх. Самые резвые скакуны во всем. Тебе явно нужна. Могу купить лошадь. Одна стоит оседланная, если у тебя есть деньги. А сколько стоит? Договорились. Вон та с седлом. Окей. Доброго пути. Так, нормально. Теперь это моя лошадь, да? Уи! Ты куда ты? Женщина, уйди. Оп. Так, окей. Поскакали. Так, отлично. По коням, друзья. Так, мы давайте посмотрим, куда мы идем. Нам нужно сюда. Вон туда. Ух, как далеко. Далеко. Так, я скажу я вам. Так, ферма сынов. Вот это. Так, в район фермы сынов. Оп, давай. Тиха! Тиха! Ту-т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 у. Тут она не прыгает, а прыгает, ну по-дебильному. Оп, давай, поскакали. Че, устала лошадка? Устала, так. У тебя усталый вид. Горцующий кабан. Мне не надо на ночлег. Оп. Вперед, кобылка. Вот так. Классно на лошади. Олени. Так. Нам куда-то туда, да? Я правильно скачу? Сейчас посмотрим по карте. Текущая локация чуть правее, короче. Куда? Смотрю, да, вон туда. Ну, поскакали. Я назову тебя Ибрагим. Ибрагим. Ой, конь Ибрагим. Вот. Ну и мы на коне Ибрагиме скачем. Довольно далеко, но вы предложили мне пройти эти квесты для негодяев, для магов. Ну, давайте пройдем. Это что, это столбы, нет? Какая лошадка, а? Так, вперед, мой
Ибрагим. Седовласый мул. Кто-то скажет, зачем ты потратил все деньги на мула? Потому что я крутой конюх. Так, куда-то туда. Кто тут кряхтит, сопит? Так, драться я на коне не могу. Так, мне прямо, мне это проскакивать. Давай, лошадочка, поднажми. Здесь может быть опасно. Мы же не хотим, чтобы нам было опасно. Ну-ка, от первого лица. А, от первого лица нельзя на лошади скакать. Ну, ладно. Так, справа враг. Ускачем. Авось не догонит. Ту-дум-тум-тум-ту-дум. Слева волки тут воют. Ох, они хотят сажать мою лошадь. Так, дорога. Туда нам, окей. Не, ну, на лошади-то так оно посолиднее, согласны? Вот так. Тут дядька стоит. Дядька стоит. Так, нам куда? Ну, давайте так проскочим. Далеко еще, в принципе. Нет, все-таки надо было туда скакать. Тудум, тудум, тум, 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 турум, тум, тум, тум. Так. Тут еще, знаете, как бы ориентироваться довольно сложно. Перевал странника. Ну, тут, кстати, можно полутать было, ну ладно. Через перевал странника путь свой держал наш герой. Двигался неумолимой скоростью на своем коне Ибрагиме. И все было хорошо в его жизни. Так. Ох, снега, снега. Была у меня, когда мне скинули сайт с модами, сказали, поставь. Вот, у меня была одна только идея, поставить лето. Риме, но там я передумал. По-моему, я не зря взял лошадь. Я-то жив? Ибрагим! Ибрагим! Ибрагим, нет! Нет, Ибрагим! Ибрагим, прости меня. Ты спас меня. Ты был хорошим другом, Ибрагим. Я похороню тебя, как подобает хоронить викингов. Прощай, Ибрагим. Прощай. Ибрагим. Так. О, господи, ты меня напугала, женщина. Лидия, господи, откуда ты взялась? Ты еще страшная такая. Фу, я чуть не обкакался. Ты видела, что было, случилось с Ибрагимом? Ты точно уверен, что хочешь со мной идти? Ладно. Ибрагим умер, но мы найдем себе другого коня. Блин, 1000 золота потратил.
на Ибрагима. Так, нам туда. Как лучше пройти? Воу! Прекрати матюгаться, женщина. Так, в принципе, мы уже, по идее, недалеко. Давайте добежим. Тут где-то должен быть уже город виден. Я думал, ты кабан, понимаешь? А ты не кабан. Так, ну Вайтран вряд ли наверху. Давайте тут спустимся, там еще псина. Так. О, как тебя, а? Не понравился. Вон он, город. Точнее, это Вильхельм.